Всем привет! С вами я, Ростиксон. Сегодня я расскажу немного о бирже Эксмо, маржинальной торговле, ну и, конечно, вы услышите интересную историю о Эксмо от меня. И, конечно, по традиции розыгрыш, о котором вы скоро узнаете, если досмотрите до конца. Начну с моей истории торговли на бирже Эксмо. Я купил свою первую крипту в мае 2020 года, а именно XRP. Насмотрелся я, значит, видосов, что XRP это масоны и тому подобное. Тогда я начал узнавать, где купить крипту быстро и удобно. Написал в гугле «лучшие русскоязычные биржи», во всех статьях была Эксмо. Зарегался на бирже. Кстати, тогда я был школьником. Но для того, кто хочет купить криптовалюту, нет преград. Решил проблему просто. KYC прошли родственники. Так вот, я завел бабки на Эксмо, купил свой XRP, и тогда я понял, что оказывается есть и другая крипта. Я открыл огромный рынок криптовалюты на Эксмо, и за это ей большое спасибо. Все было понятно. А что я покупал? Ну, сейчас покидаю скрины, около 10 тысяч XRP по 20 центов, эфиры, да еще всякой всячины. Как для профессионала, так и для новичка биржа подходит отлично. А теперь розыгрыш $25. Нужно подписаться на канал, поставить лайк, оставить конструктивный комментарий и вступить в мой телеграм-канал, где я назначу время и проведу розыгрыш одним дублем, так что все будет честно. Таким образом, два рандомных комментатора выиграют по $10 и один $5. Но помните, что нужно выполнить все условия. Удачи! Ну а теперь немного инфы о бирже, узнав которую, вы будете доверять ей так же, как и я. Начнем с базы. По данным CoinMarketCap, торговые объемы более $72 миллионов. А сама биржа входит в топ-60 бирж. Более 500 000 посещений в неделю. Торгуются 60 монет. Биржа регулируема и имеет британскую регистрацию и офисы в Москве и Киеве. А теперь о маржинальной торговле. Эксмо Margin – это маржинальная торговая платформа на бирже Эксмо для покупки и продажи криптовалют с кредитным плечом, благодаря которой трейдеры могут торговать на более крупные суммы, чем у них доступны на биржевом балансе, и потенциально зарабатывать больше на росте и падении курса криптовалют. Маржинальная торговля – это торговля с использованием кредитных, заемных средств. Например, если по торговой паре доступно торговое плечо 10x, то имея на балансе всего $100, можно открыть позицию на $1000. На платформе Эксмо Margin трейдерам доступны такие торговые пары, как биткоин к доллару, эфириум к доллару, ада к доллару и многие другие. Максимальное плечо по большинству торговых пар составляет 3. На битке, к примеру, доходит до 20. Торгуя маржой, вы одалживаете деньги у биржи, а затем возвращаете займ. Остальное – ваша прибыль. Как торговать на платформе Эксмо Margin криптовалютой с кредитным плечом? Чтобы получить доступ к маржинальной торговле на Эксмо, необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на бирже Эксмо. После прохождения регистрации и верификации на Эксмо, достаточно войти в личный кабинет на бирже, перейти в меню в раздел «Торги», «Маржинальные торги» и принять пользовательское соглашение биржи, пополнение маржинального кошелька на бирже, пополнение баланса кошелька Эксмо Margin происходит со спотового баланса на бирже Эксмо, который предварительно нужно пополнить. Если пополняли криптовалюты или в рублях, тенге, гривне, предварительно нужно провести обмен на бирже на доллары, USD. Чтобы пополнить баланс Эксмо Margin, необходимо в личном кабинете Эксмо перейти в меню в раздел «Торги», «Маржинальные торги», далее выбрать в меню «Кошелек», переход в маржинальный кошелек. По центру экрана переходим по кнопке «Депозит», соглашаемся с пользовательским соглашением биржи и переводим нужную сумму в USD со спотового кошелька на маржинальный кошелек. Пополнение маржинального кошелька Эксмо произойдет мгновенно. Торговля. Открытие, закрытие и ликвидация позиции. Торговля на Эксмо Margin. После успешного пополнения баланса маржинального кошелька можно перейти к торговле с заемными средствами. Открываем раздел биржи для маржинальной торговли. В меню «Торги», «Маржинальные торги» выбираем торговую пару, например, биткоин к доллару. Выставляем тип ордера, например, лимитный, и количество биткоина к покупке. Лонг – длинная позиция. Или к продаже. Шорт, короткая позиция. Позиция открыта. Она будет отображаться в разделе «Позиции» под графиком, а также на самом графике. При необходимости можно редактировать и отменять каждую из открытых позиций.
На заметку, размер кредитного плеча на первое время рекомендую выбирать минимальным, чтобы ограничить риски. А также учитывайте личную торговую стратегию и волатильность рынка, а то биток тут ходит туда-сюда. Трейдеры могут использовать 5 видов ордеров. Лимит, маркет, стоп, стоп-лимит, трейдинг, стоп. Комиссии платформы. Лимиты и торговые комиссии Exmo Margin. Все актуальные комиссии и лимиты всегда доступны на официальном сайте биржи Exmo. Раздел меню «Маржинальный кошелек», вкладка «Комиссии и лимиты». Преимущества и недостатки маржинальной торговли на Exmo. Плюсы. Лучшая и самая популярная русифицированная биржа. Качественная и безопасная торговая платформа от крупнейшей криптобиржи Восточной Европы. Маржинальная торговая платформа сделана максимально просто, чтобы было удобно торговать криптоактивами как новичкам, так и опытным трейдерам. Биржа безопасна и не лагает во время паники на рынке. Быстрая и качественная поддержка клиентов. Минусы. Небольшой выбор торговых пар, но их скоро станет больше и постоянно добавляются новые пары. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, участвуйте в комментариях, подписывайтесь на канал. Всем удачи, будьте аккуратны, это рынок, его не знает никто.